Друзья, я думаю, всем знакомы вот такие вот пятна от пальцев рук после строителей. Берем белую рукавичку. Одной рукой чистим. А чтобы вы еще видели, как я тут стою одной ногой, а другая висит в воздухе, потому что окно высокое. Первой тканью очищаем. То есть загрязнение все остается на самой рукавичке. Вот какая красивая. А второй тканью, нашим обаятельным самбимом, который может обаять любую хозяйку, мы просто полируем. И смотрите, как красиво.